Она идеальная девушка. Он безбашенный хулиган. Эй, салага! Да, ты. История, которая не могла произойти. Ты вся в дерьме. Отвернись. Очень мне надо на тебя пялиться. Свинья, урод. Ты даже рот раскрыла, так хотела, чтобы я тебя поцеловал. Но вопреки всему... Внезапно это случается. Что-то щелкает внутри тебя, и ты знаешь, что теперь все изменится. Что делаем завтра? Сбежим куда-нибудь. У нас классные девчонки. Да. Мы должны равняться на них. И даже если они этого не замечают... Постой, постой. Обстоятельства совсем не в их пользу. Я же сказала нет. Ты пришла посмотреть, как я выиграю гонку? Я даже не знала, что ты здесь. Ачи, возьмешь меня с собой? Быстрее! Дурочка, ты думала, он поклянется тебе в вечной любви? Почему ты ведешь себя так, словно ты не моя дочь? Смотрите на него, он драку затевает. Ачи, прекрати немедленно! Если будешь продолжать в том же духе, нам придется расстаться. Я обещаю измениться. Нам нельзя расставаться ни на минуту. Ты хочешь, чтобы я стал твоим первым? И последним. Не смейся. Баби, не забудь расслабить мышцы. И тогда ты понимаешь, что такое бывает один раз в жизни. Марио Касас. Мария Вальверде. Я счастлива. А я еще счастливее. На сколько? На 3 метра выше неба. 3 метра над уровнем неба. Осенью в кино.